Торгово-производственный холдинг «Русклимат». Лидер российского рынка климатической техники. Основан в 1996 году. Под управлением холдинга собрано более 50 мировых брендов климатической техники. Более 50 тысяч единиц продукции. 6 заводов полного цикла, оборудованных современными роботизированными комплексами ведущих мировых производителей. 9 собственных региональных распределительных центров и федеральный распределительный центр обеспечивают объем обработки грузов более 10 тысяч кубических метров в день. 107 представительств в 81 субъекте Российской Федерации. 57 тысяч клиентов. Общая площадь складских помещений составляет свыше 125 тысяч квадратных метров и продолжает наращиваться. Более 5000 сотрудников. Собственная Академия климатической техники, где очно и дистанционно проходит обучение более 15 тысяч человек в год. Производство. Промышленная группа «Баллю» специализируется на разработке и производстве климатической и инженерной техники. Концерн занимает лидирующие позиции на рынках России, СНГ и стран Восточной Европы, ежегодно производя и поставляя в 30 стран мира более 2 миллионов единиц тепловой техники, более 400 тысяч единиц кондиционерного и вентиляционного оборудования, более 500 тысяч единиц климатического оборудования промышленного назначения. Многолетний опыт, собственные исследовательские центры и производство обеспечивают передовые технологии, качество и надежность, воплощенные в продуктах концерна. Баллю Cyber Cool Research Lab – новейший исследовательский центр по разработке оборудования для северных климатических зон, включающий в себя низкотемпературную, акустическую, аэродинамическую и гидравлическую лаборатории. Баллю Innovative Design Lab – центр разработки технологий и промышленного дизайна климатического оборудования. Лаборатория Баллю Heat Lab – осуществляет разработку, прототипирование и сертификационные испытания отдельных узлов, деталей и экспериментальных моделей тепловой техники. Вентинжмаш – одно из крупнейших в России производств систем вентиляции и кондиционирования промышленного и коммерческого назначения. Ижевский завод тепловой техники с двумя производствами в Ижевске и Киржаче. Завод климатической техники «БИГ». Совместное производство концерна «Баллю» и компании «Биомедуи» Италия. Промышленная группа «Royal Thermo» – лидер в области производства систем отопления в Евразии. В 2014 году запущен крупнейший в Европе завод по производству биметаллических и алюминиевых радиаторов отопления методом литья под давлением. Завод, оборудованный автоматическими линиями и самым современным оборудованием, рассчитан на производство 14 миллионов секций в год. В 2019 году введен в эксплуатацию завод полного цикла по производству стальных панельных радиаторов. Высокий уровень локализации производства на стартовой мощности позволяет производить 600 тысяч радиаторов. Вторая очередь обеспечит выпуск до 1 миллиона 200 тысяч радиаторов в год, что покрывает более 25% потребности внутреннего рынка России. Продукты. Более 2000 новинок, новых товарных групп и продуктовых направлений, определяющих будущее отрасли. Инверторная сплит-система Electrolux Evolution с технологией очистки воздуха Nano-E. Совершенство тишины, комфорта и рекордная экономия электроэнергии. Первый в мире электрический конвектор Baloo Transformer System с уникальной технологией Digital Inverter и подтвержденной экономией электроэнергии до 70%. Лучший в своем классе приточно-очистительный мультикомплекс Baloo Air Master 2.
Это компактная приточно-вентиляционная установка с подогревом и профессиональный воздухоочиститель с инновационной шестиступенчатой системой очистки. Первый в мире инверторный накопительный водонагреватель Electrolux Smart Inverter с сухим теном, интеллектуальным режимом потребления воды и экономией электроэнергии до 70%. Эко-биокомплекс Yoga Health Line 2. Идеальный климат здоровья у вас дома. Дизельная пушка прямого нагрева Balu Cyber Heat с увеличенным диапазоном температур и временем работы на одном баке. Продвижение. Креативная рекламная и маркетинговая поддержка ключевых продуктов продолжает наращивать устойчивый спрос и увеличивает объем продаж у наших клиентов. Для усиления партнерских продаж за 2018 год реализовано 24 спонсорские интеграции на центральном телевидении, 1250 публикаций в ключевых печатных изданиях, 21 пиар-событие, 61 видеоматериал, более 1200 акций на местах продаж, 150 тысяч подписчиков в социальных сетях, суммарный охват аудитории 420 миллионов контактов. Комплекс маркетинговых активностей направляет мощный поток покупателей к партнерам ТПХ «Русклимат». Продажи. Торгово-производственный холдинг «Русклимат» продолжает наращивать объемы поставок. За период с 2010 по 2019 год произведено и реализовано более 7 миллионов 500 тысяч единиц тепловой техники, более 2 миллионов кондиционеров и более 1 миллиона 800 тысяч водонагревателей. Холдинг занимает лидирующие позиции в ключевых направлениях и с каждым годом продолжает увеличивать свои доли. Следуя государственной стратегии по импортозамещению, локализация российского производства продукции холдинга «Русклимат» достигла 97%. Торгово-производственный холдинг «Русклимат». Сделано Россией.